чтобы мирный приют я обрел, хотя бы по смерти. Вергилий. Принимая во внимание обстоятельства, которые привели к моему заточению в этом приюте для умалишенных, и само мое пребывание здесь, я вполне сознаю, что достоверность моего рассказа может вызвать естественные сомнения. Как ни печально, большинство людей мыслят слишком ограниченно для того, чтобы разумно и терпеливо оценить некоторые явления, лежащие за пределами повседневного опыта, недоступные восприятию лишь немногих. Людям широких взглядов известно, что не существует четкого различия между реальным и нереальным. А все сущее есть лишь наше представление о нем, меняющееся в зависимости от индивидуальных, умственных и физических особенностей каждого человека. Однако прозаическое большинство считает безумием те проблески озарения, что проникают сквозь грубую завесу банального эмпиризма. Меня зовут Джервас Дадли. С самого детства я был мечтателем и фантазером. Достаток семьи позволял мне не заниматься трудовой деятельностью, а неуравновешенность характера не содействовала регулярным научным занятиям или развлечениям в кругу знакомых. Я пребывал в сферах, далеких от реального мира. Юность и молодость мои прошли за чтением старинных и редких книг, в странствиях по полям и рощам близ нашей родовой усадьбы. Не думаю, что я находил в этих книгах или видел в полях и рощах совершенно то же, что видели или находили другие, но не стану распространяться об этом, поскольку подробный рассказ лишь послужит подтверждением грубой клеветы на мой рассудок. Клеветы, которую мне не раз доводилось слышать в опасливом перешептывании здешних служителей. Мне достаточно излагать события, не анализируя их причины. Как уже было сказано, я пребывал вдали от реального мира. Но это не значит, что я существовал один. Так жить никому не под силу. И лишенные сообщества живых неизбежно находят себе компанию среди неживущих более или среди предметов неодушевленных. Неподалеку от нашего дома находилась поросшая лесом лощина. Там, в тенистых зарослях, я проводил почти все время, то читая, то предаваясь размышлениям и мечтам. По ее мшистым склонам я делал первые детские шаги. Вокруг ее покрытых причудливыми наростами дубов сплетались мои мальчишеские фантазии. Я знал живших в этих деревьях дриад и не раз наблюдал их исступленные пляски в пробивающихся лучах тусклой луны. Но об этом я не стану сейчас говорить. Я расскажу лишь об одинокой гробнице в самых темных зарослях. О заброшенной гробнице старинного благородного семейства Хайд, последний прямой потомок которого упокоился в этом темном обиталище за много десятилетий до моего рождения. Усыпальница, о которой я веду речь, была сооружена из гранита,
выветрившегося и выцветшего под воздействием туманов и сырости. Она была вырублена в горе, так что на поверхности виднелся лишь портал. Тяжелая каменная плита, висевшая на ржавых железных петлях, преграждала вход. Дверь была затворена неплотно, потому угадывалось нечто зловещее. И заперта на тяжелые железные цепи с отвратительного вида висячими замками, бывшими в ходу около полувека назад. Усадьба рода, отпрыски которого лежали здесь, некогда венчала тот самый склон, в глубину которого уходила гробница. Но уже много лет назад она пала жертвой пламени, вспыхнувшего от удара молнии. А полуночной буре, разрушившей мрачный особняк, иногда, понизив голос, со страхом рассказывали старожилы здешних мест, глухо намекая на то, что они называли «божьим гневом». Но очарование, скрытой под сенью леса усыпальницы, всегда пленявшее меня, от этого лишь усиливалось. Пожар унес жизнь только одного человека. Семейство Хайт перебралось в другую страну. И когда здесь, под сенью тишины и тени, должен был упокоиться последний из рода Хайдов, скорбную урну с его прахом доставили издалека. Здесь некому было положить цветы перед гранитным порталом, и редко кто отваживался пройти мимо гробницы в печальной тени, которая, казалось, странным образом задерживалась на отполированном водой камне. Никогда не забуду вечера, когда я впервые набрел на почти скрытую зарослями обитель смерти. Стоял июль. Время, когда алхимия лета преображает лес в сливающуюся воедино яркую массу зелени, когда кружится голова от запахов пульсирующего моря, влажной листвы и неопределимых ароматов земли и плодов, когда перестаешь видеть мир в истинном свете, время и пространство становятся пустыми словами, а эхо давно минувших времен настойчиво звучит в очарованном сознании. Целый день я бродил по таинственным рощам лощины, обдумывая то, что нет нужды обсуждать, беседуя с теми, кого нет нужды называть. В свои 10 лет я видел и слышал много чудесного, недоступного другим, и в некоторых отношениях был, на удивление, взрослым. Когда, пробираясь меж густых зарослей шиповника, я вдруг нашел вход в усыпальницу, то не имел ни малейшего представления о том, что обнаружил. Темные гранитные плиты, странно приоткрытая дверь, траурные барельефы над аркой не пробудили во мне ни печальных, ни пугающих ассоциаций. О могилах и гробницах я много знал и много фантазировал, но, принимая во внимание особенности моего характера, родители оберегали меня от прямого соприкосновения с кладбищами и погостами. Удивительное каменное сооружение на поросшем лесом склоне лишь возбудило мое любопытство, так как его холодное влажное нутро, куда я тщетно пытался заглянуть сквозь дразнящую щель, не связывалось у меня со смертью и разложением. Вдруг любопытство сменилось диким, безрассудным желанием, которое и привело меня в это заключение, в этот ад. Повинуясь голосу, который шел, должно быть, из самой жуткой глубины леса, я решил проникнуть в манящую тьму, несмотря на преграждавшие путь тяжелые цепи. В угасающем свете дня я гремел их ржавыми звеньями, пытаясь пошире открыть каменную дверь. Потом
пробовал протиснуться в щель. Но ни то, ни другое мне не удалось. Если поначалу меня снедало простое любопытство, тут я пришел в неистовство. В сумерках, вернувшись домой, я поклялся сотни богов этой рощи, что любой ценой когда-нибудь окажусь в черных холодных глубинах, которые, казалось, призывали меня. Доктор с седоватой бородкой, который ежедневно появляется в моей комнате, однажды сказал тому, кто навещал меня, что это решение знаменовало начало достойной сожаления мономании. Но вынесение окончательного приговора я предоставляю моим читателям после того, как они узнают обо всем. Месяцы, последовавшие за моим открытием, прошли в тщетных попытках взломать сложный замок, чуть приоткрытый усыпальницы, и в осторожных расспросах о характере и истории обнаруженного мною сооружения. Дети, как правило, имеют обыкновение прислушиваться к разговорам. Таким образом, я многое узнал. Но привычка к скрытности не позволила мне ни с кем поделиться ни своим открытием, ни принятым решением. Наверное, следует упомянуть, что я не был ни удивлен, ни испуган, узнав об истинном назначении усыпальницы. В моих довольно своеобразных представлениях о жизни и смерти холодный прах и живое, трепещущее тело были связаны довольно слабо. Я просто чувствовал, что злополучное благородное семейство каким-то образом представлено в одетом камнем пространстве, которое я стремился исследовать. Невнятные толки о таинственных ритуалах и нечестивых празднествах прошлых лет, которые совершались в старинной усадьбе, лишь усилили мой интерес к гробнице. И я ежедневно просиживал часами перед ее порталом. Однажды я просунул свечу в узкую дверную щель, но не увидел ничего, кроме сырых каменных ступеней, ведущей вниз лестницы. Запах усыпальницы и отпугивал, и околдовывал меня. Казалось, он знаком мне. Знаком с давних, за пределами воспоминаний времен, предшествовавших моему воплощению в теперешнем моем теле. Через год после обнаружения гробницы я случайно наткнулся на старый, заплесневелый том перевода жизнеописаний Плутарха на забитом книгами чердаке собственного дома. Читая жизнеописание Тезея, я поразился рассказу об огромном камне, под которым юный герой должен был найти знамение своей судьбы, как только станет достаточно взрослым, чтобы поднять такую тяжесть. Эта легенда умерила мое страстное желание проникнуть в усыпальницу, внушив мне, что время еще не пришло. «Позже», — сказал я себе, — «став сильнее и хитрее, я без труда открою тяжелую, запертую на цепь дверь. А пока надо покориться велению судьбы». Таким образом, мои бдения около поросшего мхами портала стали реже, но большую часть времени я проводил в не менее странных занятиях. Иногда я потихоньку вставал по ночам и украдкой выбирался на прогулки по тем самым кладбищам и погостам, от которых оберегали меня родители. Что там делалось, я не буду рассказывать, потому что теперь не совсем уверен в реальности происходившего. Но я помню, как после таких ночных прогулок я часто удивлял окружающих знанием подробностей, не сохранившихся в памяти поколений. Однажды
Я поразил домашних необычным рассказом о похоронах известного сквайра Брустера, влиятельного в наших местах и богатого человека, умершего в 1711 году. Его надгробный памятник из серого с синеватым отливом сланца, на котором были выбиты череп и скрещенные кости, с течением времени понемногу превращался в пыль. В порыве детской фантазии я объявил, что владелец похоронной конторы Гудман Симпсон украл башмаки с серебряными пряжками, шелковую одежду и атласное белье покойника. И добавил, что сам сквайр, которого не совсем покинула жизнь, дважды перевернулся в зарытом в землю гробу на следующий день после погребения. Мысль о том, чтобы проникнуть в гробницу, не оставляла меня. Неожиданно сделанное генеалогическое открытие, по материнской линии мои предки были в отдаленном родстве с хайдами, род которых, как считалось, пресекся, лишь укрепило мою решимость. Я оказался последним потомком не только отцовского рода, но также и этого, более древнего и более таинственного. Я начал ощущать, что эта гробница моя. И с нетерпением ждал, когда, наконец, открыв дверь, смогу оказаться внутри и сойти по скользким каменным ступеням во тьму. У меня создалась привычка внимательно прислушиваться, сидя у приоткрытой двери. Я выбирал для этих странных бдений тихую полуночную пору. С годами мне удалось расчистить небольшую прогалину в зарослях перед замшелым каменным порталом на склоне холма, а ветви росших вокруг деревьев переплелись, образовав стены и купол лесного шатра. Этот шатер был моим храмом, закрытая дверь святыней, и часто, когда я лежал там, растянувшись на мшистой земле, меня посещали удивительные мысли и удивительные грезы. Ночь, когда я совершил первое открытие, была душной. Очевидно, я задремал, и, пробуждаясь, ясно услышал голоса. Их тон и произношение удержали меня от того, чтобы заговорить. Их тембр заставил меня промолчать. Могу поручиться, что лексика, манера говорить и сами высказывания разительно отличались от современных. Все особенности новоанглийского диалекта, от неблагозвучного произношения колонистов-пуритан до характерной риторики полувековой давности, казалось, были представлены в этой беседе теней. Хотя это я осознал только впоследствии. А в тот момент мое внимание привлекло совсем другое явление. Настолько мимолетное, что я не поручился бы за его реальность. Просыпаясь, я увидел, как мелькнул, и тут же погас свет внутри забытой гробницы. Это не вызвало у меня ни удивления, ни испуга, но убежден, что именно в ту ночь я коренным образом и навсегда переменился. Вернувшись домой, я поднялся на чердак, уверенно направился к полусгнившему сундуку и обнаружил там ключ. На следующий день я легко отпер дверь, которую так долго и напрасно старался открыть. В мягких сумерках я в первый раз проник в усыпальницу на давно опустевшем склоне. Я был точно околдован. Сердце бешено колотилось. Я ощущал неописуемое ликование.
закрыв дверь, я стал спускаться по ступеням, как будто давно их знал. Свеча то и дело мигала в удушливых испарениях, но я чувствовал себя в этом затхлом склепе, как дома. Оглядевшись, я увидел множество мраморных плит с гробами или остатками гробов. Некоторые были закрыты и совершенно целы, другие почти рассыпались. Их серебряные ручки и накладки валялись среди странных кучек беловатой пыли. На одной из серебряных пластин я прочел имя сэра Джеффри Хайда, приехавшего из Сассекса в 1640 году и умершего несколькими годами позже. В глубине просторной ниши стоял прекрасно сохранившийся гроб, украшенный только пластинкой с именем. Именем, заставившим меня и улыбнуться, и вздрогнуть. Повинуясь странному импульсу, я влез на широкую плиту, погасил свечу и улегся в него. На рассвете я, пошатываясь, вышел из усыпальницы и запер дверь на цепь. Юность моя закончилась. Хотя всего 21 раз зимние холода успели проморозить мое бренное тело. Жители деревни, рано начинавшие день, бросали на меня любопытные взгляды, удивляясь следам якобы бурной пирушки на лице юноши, который, как им было известно, вел уединенную и воздержанную жизнь. Перед родителями я решился предстать лишь после долгого освежающего сна. С тех пор гробница служила мне убежищем каждую ночь. Не стану рассказывать о том, что я видел, слышал и делал. В первую очередь, изменения произошли в моей речи, на которой всегда сказывалось влияние окружения, и появившаяся в ней архаичность вскоре была замечена. Неожиданно для себя я сделался на диво дерзким и безрассудным. Изменились манеры, я стал вести себя как светский человек, несмотря на то, что жил всю жизнь отшельником. Прежняя замкнутость сменилась разговорчивостью. Мне стало доступно и легкое изящество речи Честерфилда, и нечестивый цинизм Рочестера. Я проявлял удивительную эрудицию, не имевшую ничего общего с чуть ли не монашеской образованностью, приобретенной мною в юности. Я покрывал форзацы своих книг импровизированными легкими эпиграммами в духе Гея, Прайера и самых веселых римских остроумцев и рифмоплетов. Однажды, за завтраком, я сам приблизил катастрофу, вдохновенно продекламировав с интонациями явно подвыпившего человека стихотворение 18 века, эпохи короля Георга, игривую застольную песнь, которой не найти ни в одной книге, полную вакхического веселья, и звучавшую примерно так. Мы Эля в тяжелые чаши нальем и выпьем за то, что пока мы живем. Пускай громоздится в тарелке еда, поесть и напиться мы рады всегда. Подставь же стакан, жизнь так коротка, за гробом не выпьешь уже ни глотка. Был красен от выпивки Анакреон, но счастлив и весел при этом был он. Пусть буду я красным, но все же живым, чем белым, как мрамор, и столь же немым. Эй, Бетти, друг мой, целуйся со мной. В аду не найти мне подружки такой. Красавчика Гарри держите, не то парик, потеряв, упадет он под стол. А сами наполним мы кубки опять. Все же лучше под лавкой, чем в яме лежать.
Здесь смех и вино. Веселья полно. В могиле тебе недоступно оно. Черт, как я надрался. Шагнуть не могу. Стоять не могу. И язык не гу-гу. Хозяин, порядок пора навести. До дома попробую я добрести. Кто мне бы помог? Не чувствую ног. Но весел, пока не прибрал меня Бог. Примерно в то же время я стал бояться огня и молний. Прежде они не производили на меня никакого впечатления. Теперь же я испытывал перед ними непреодолимый ужас и спасался в самых укромных уголках, как только на небе разворачивалась грозовая панорама. Излюбленным убежищем мне служил разрушенный подвал сгоревшего в огне особняка Хайдов. Сидя в нем, я старался вообразить, каким было это здание прежде. И однажды поразил одного из окрестных жителей, безошибочно указав ему вход в неглубокий дополнительный подвал, о котором я, как выяснилось, откуда-то знал, несмотря на то, что о его существовании многие годы никто не вспоминал. Наконец, произошло то, чего я давно опасался. Мои родители, встревоженные переменами в манерах и облике единственного сына, из самых благих побуждений учредили слежку за моими передвижениями. И это грозило катастрофой. Я никому не рассказывал о посещении гробницы. С детских лет благоговейно храня свои тайны. Теперь же я вынужден был с еще большей осторожностью пробираться по лесному лабиринту, чтобы отделаться от возможного преследования. Ключ от усыпальницы висел у меня на шее на шнурке, и никто не подозревал о его существовании. Я ни разу не вынес наружу ни одного предмета, найденного в усыпальнице. Как-то утром, выйдя из сырой гробницы и закрывая замок на цепи не совсем твердую рукой, я заметил на соседнем склоне испуганное лицо соглядатая. Конец был явственно виден, ведь мое убежище обнаружено, цель ночных странствий раскрыта. Соглядатый не остановил меня, и я поспешил домой, чтобы постараться подслушать, что он станет рассказывать моему измученному беспокойством отцу. Неужели о моем пребывании за запертой цепями дверью станет известно всем? Вообразите же радость и облегчение, которые я испытал, услышав, что соглядатый рассказывает боязливым шепотом, будто я провел ночь возле усыпальницы, обратясь лицом к неплотно закрытой двери. Каким чудом он мог так обмануться? Несомненно, сверхъестественные силы покровительствовали мне. Ободренный этим обстоятельством, я вновь стал, не таясь, посещать усыпальницу, уверенный, что никому не дано увидеть, как я вхожу внутрь. Целую неделю я наслаждался загробным общением, которое не стану описывать. А потом произошло это. И я был привезен сюда, в ненавистную обитель, где царят печаль и однообразие. В ту ночь я не собирался выходить. В тучах погромыхивал гром, а на дне лощины дьявольскими огоньками фосфорицировало мерзкое болото. И даже зов мертвых звучал по-иному. Меня тянуло не к гробнице на склоне, а к обугленному подвалу на вершине, словно обитавший там демон манил меня невидимой рукой. Пройдя рощицу и оказавшись на ровном месте перед развалинами, я увидел в неверном свете луны то, чего всегда в какой-то мере ожидал. Перед моим восхищенным взором вновь возник
во всем своем великолепии особняк, рухнувший столетия назад. Все окна сияли блеском множества свечей. По подъездной аллее одна за другой кареты везли гостей из Бостона, а многочисленные обитатели соседних усадеб, разодетые, напудренные, подходили пешком. Я смешался с толпой гостей, хотя и сознавал, что мне подобает находиться среди хозяев. В зале царили музыка и смех. У каждого в руке был бокал с вином. Несколько лиц оказались знакомы мне, хотя я знавал их уже ссохшимися, тронутыми смертью и разложением. В этой дикой, нечестивой толпе я был самым диким и самым беспутным. Из моих уст изливался поток богохульств. Я произносил речи, в которых отрицал все законы, и божеские, и человеческие, и природные. Внезапно над самой крышей, перекрыв шум неистового веселья, раздался удар грома. Разбушевавшиеся весельчаки в ужасе смолкли. Красные языки пламени и опаляющий жар охватили здание. Участники празднества, испуганные обрушившимся на них бедствием, которое, казалось, было ниспослано свыше, с пронзительными криками исчезли. Я остался один. Меня удержал на месте унизительный страх, какого я никогда прежде не испытывал. Но вдруг он сменился новым ужасом. Если я сгорю тут дотла, а пепел мой развеется по ветру, мне никогда не лежать в усыпальнице Хайдов. Разве не ждет меня мой гроб? Разве нет у меня законного права на вечный покой среди потомков сэра Джеффри Хайда? Вечный. Я стремился получить свое посмертное наследство во что бы то ни стало. Пусть даже моей душе пришлось бы столетиями искать воплощение в теле, которое сможет упокоиться в нише склепа. Джервас Хайд не разделит печальной участи Полинура. Когда видение горящего дома растаяло в воздухе, я вдруг ощутил, что исступленно кричу и бьюсь в руках двух мужчин, один из которых тот самый шпион, который выслеживал меня у гробницы. Дождь лил, как из ведра, а на южной стороне неба, у горизонта, вспыхивали молнии, какие недавно сверкали у нас над головой. Я кричал, я требовал похоронить меня в склепе, а мой отец скорбно стоял поодаль и время от времени просил удерживавших меня людей обходиться со мной как можно мягче. На полу разрушенного подвала чернел круг, след мощного удара, ниспосланного с небес. Из этого развороченного ударом молнии места несколько любопытствующих жителей деревни извлекли и принялись рассматривать при свете фонарей небольшую шкатулку старинной работы. Прекратив тщетную и теперь уже бесполезную борьбу, я наблюдал за тем, как они любовались найденными в земле сокровищами, как, получив дозволение, принялись их делить. В шкатулке, замок которой был разбит, находилось множество бумаг и ценных предметов. Но я не мог отвести глаз от одного из них. Это была миниатюра на фарфоре с инициалами Г.Х., изображавшая молодого человека в изящно завитом по моде 18 века парике. Насколько я мог разглядеть, его лицо было точной копией того,
что я ежедневно видел в своем зеркале. На следующий же день я оказался в этой комнате за решетченными окнами. Но кое-что мне продолжает сообщать старый слуга. Простая душа, которого я любил в детстве и которому, как и мне, нравится кладбище. Все мои рассказы о пребывании в усыпальнице вызывают у слушателей только сочувственные улыбки. Отец, который часто навещает меня, утверждает, что я ни разу не входил в запертую на цепь дверь. И что, как оказалось при ближайшем рассмотрении ржавого замка, в течение последних 5 десятков лет никто не трогал. Он даже говорит, что о моих прогулках к гробнице знали все окрестные жители, и что меня часто видели у мрачного портала. Я спал с открытыми глазами, устремленными на неплотно прилегающую дверь. Никаких вещественных доказательств, с помощью которых я мог бы опровергнуть эти утверждения, у меня нет. Ведь ключ от замка был утерян, когда я в ту ужасную ночь бился в руках своих преследователей. Удивительные знания о прошлом, которые я подчерпнул во время ночных встреч с мертвецами, отец считает плодом многолетнего беспорядочного чтения старинных книг из фамильной библиотеки. Если бы не мой старый слуга Хайрам, я бы сейчас не сомневался в собственном безумии. Но Хайрам, преданный Хайрам, поддерживает во мне веру. Он совершил нечто, позволяющее сделать мою историю, или, по крайней мере, часть ее, достоянием публики. Неделю назад он взломал замок, запиравший цепи на неизменно приоткрытой двери, и спустился с фонарем в мрачные глубины. На плите, в каменной нише, он обнаружил старый, но пустой гроб, на потускневшей серебряной пластине которого стоит лишь одно слово: Джервас. И я получил обещание, что после смерти буду лежать в этом гробу, в этой усыпальнице.